следующего перевала. Именно туда, на пик Чикетамана, наш мечтатель и держит теперь путь. Нагрузка на учителей и планы по строительству, как прошла рабочая встреча Владимира Путина с министром просвещения. Добро пожаловать в Брекзит, сэр. Нидерландские таможенники конфискуют сэндвичи у британских водителей. На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители Красноярска, Иркутска и Бурятии. Новый день на канале «Россия» начинают «Вести». Главные новости в студии. Алина Гилева, здравствуйте. Готовность российских школ к работе в удаленном режиме, снижение бюрократической нагрузки.